Садовод Исаак Дабулов хранит на этом складе всем известные нокатские яблоки. Несмотря на то, что здесь фрукты хранятся месяцами, кажется, что их только что сорвали с дерева. Долгосрочность яблок зависит не от сорта, а от правильного хранения. Таким, по крайней мере, мнением поделился с нами садовод. Если склад бетонный, будь то яблоки или картофель, долго храниться не будут. Поэтому мы сделали эту сторону камнем и сверху пенопластом. Если был бы бетон, то 25-30% яблок уже высохло бы. Поэтому мы сделали каменный склад. В конце марта Исаак Дабулов начнет продажу яблок сорта Крипсон и Джанатан. Яблоки сорта Джанатан изначально были привезены из Америки под названием «Превосходные». Это семена, которые были завезены во времена Советского Союза. Они дают очень сладкие яблоки, в составе которых много глюкозы. А вот Крипсон был завезен позже, где-то в 90-х годах. Он не очень сладкий. В Волжской области, в Ферганской долине, люди хорошо покупают яблоки именно сорта Джанатан. В Нокатском районе многие садоводы хранят яблоки в таком складе, который они строят сами. Плоды, хранившиеся в осенне-зимний период, начинают продавать на рынке только тогда, когда цена повышается. В этом году цены получше, чем в прошлом. В прошлом году яблоки продавались не очень хорошо. Приходилось остатки выкидывать. Мы надеемся, что в этом году продажа принесет хорошие деньги. Клиенты приходят. Вот недавно предлагали продать по 50 сомов. Мы не согласились. Здесь большинство реализаторов занимаются продажей яблок круглый год. К нам специально за яблоками приезжают из Карасу, Джалалабада. Выручка от продаж за день составляет от 4 до 5 тысяч сомов. В год урожай яблок в Нокатском районе переваливает за 500 тонн. Из них 80% потребляет местный рынок и лишь 20% экспортируется за границу. Изадор Умбаева, Эрмек Муратбекулы, Бактыбек Мамацаев, Пирамида, Ошская область.